Zaman hayır olsun, bağlı kolegalar. Üçüncü ay ol yer, ince biz toplanıyoruz. Bu üç ayda pek çok soruşla peydalandı. Anglana biz bir cevap da bulamadık. Bulamadık o cevapları istemedik mi? Yok, ince biz onlara cevap bulalım. O уже kalıyor. İyi bir insan yasabına. Ben sanıyorum hani vakit pek çok geçti. Почему бы нам не взять смелость и признаться своим населенным пунктам, людям, что мы, ну, не можем. Но все равно я придерживаюсь тому слову, что мы не хотим. Не хотим. Вот этот раздор, который, на который смотрит весь мир, где мы показываем свою культуру, что мы можем кричать, но только не слышат друг на друга. Сегодняшний день вот, он особенный. И вот изо дня в день, чем дальше, набирает такой негативный оборот, который вот просто люди, наверное, к нам просто апатично относятся. И вот назначить день выбора. Вот кто пойдет, решит баллотироваться дальше, пусть он подумает. Я считаю, что роспуск. Жаль. Почему? Потому что сегодня настроя нету. Вот мы переносим на вторник. Так это легко, знаете, вот как-то не с какой-то ответственностью, а вот легко. Давайте во вторник, давайте в пятницу. Это говорит о том, что мы опять соберемся даром. Мы сможем консенсус найти только в промежутке. Вот если мы назначаем на вторник, мы собираемся в этом промежутке, и во вторник приходим уже с конкретным предложением, и мы начинаем работать. Спасибо.